В мире Зверополиса люди так и не появились. А значит, Зверополис — это продвинутая цивилизация, которую построили животные. Это животное. Животные в Зверополисе антропоморфны. Это заумное слово означает, что они ходят вертикально, носят одежду. Спасибо. Последний штрих. Другое дело. И используют технологии. Итак, в Зверополисе живут млекопитающие со всей планеты. Большие и маленькие, быстрые и не очень. Но, как водится, Зверополис не идеален. И не все здесь друг с другом ладят. Особенно природные враги. Из-за этого частенько возникают сложности. Но природа дала животным спасительные инструменты. Кому-то ночное зрение, а кому-то отменный слух. И слоновий пневмотранквилизатор. В общем, вы поняли. Зверополис. И смех, и мех.